Ну а Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украине переданы более 10 тысяч только что произведенных боеприпасов для зенитных самоходных установок «Гепард». В ведомстве отметили, что строительство производственной линии для изготовления этих боеприпасов завершили в амбициозные сроки, что и позволило осуществить первую поставку пятизначного количества снарядов в Украину. Также Германия в этом пакете передает свыше 8,5 миллионов патронов, 27 тысяч боеприпасов калибра 40 мм, 32 грузовика «Цетрос», 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков и бронированный мостоукладчик «Бивер». Немецкий министр обороны заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в тех сферах, которые являются ее сильными сторонами – артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.